Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим на автомобильном видеорегистратор от компании Xiaomi модель UI с поддержкой функции Wi-Fi. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим, что у нас в комплекте идет. Так, здесь дополнительно инструкция, гарантийный талон. Имеется инструкция на украинском и русском языках. Так, аккуратно открываем. Так, здесь у нас находится сам видеорегистратор. Полностью из пластика он сделан. Угол обзора 170 градусов у данного видеорегистратора. Сверху разъем под крепление. Диагональ 2,5 дюйма. Экрана довольно-таки большой. 4 кнопки управления. Слот под карту памяти microSD. На другой стороне разъем microUSB для зарядки, кнопочка Reset, и в нижней части информация и серийный номер видеорегистратора. Так, по аксессуарам. Так, здесь еще документация идет в разных языках. В комплекте еще кабель питания. Довольно-таки длинный. Порядка 3 метров идет кабель питания. Крепление на двустороннем скотче с поворотным шарниром на 360 градусов. И также адаптер питания. Видеорегистратор мы сейчас подключим на питание и пройдемся по его функционалу. При первом включении видеорегистратора выводится QR-код, с помощью которого на мобильный телефон можно будет скачать приложение, с которого можно будет управлять с телефона полностью через Wi-Fi всеми функциями видеорегистратора и также просматривать все записанные видеофайлы. Так, сейчас нам это не надо, пропускаем. Так, здесь мы устанавливаем дату сразу. Вот, и попадаем в режим настройки. Вот, первый пункт — это разрешение. Выбираем разрешение, оно в верхней части меняется. Максимальное разрешение 2304 на 1296, минимальное HD обычное 1280 на 720. Следующий пункт — это включение-выключение микрофона, J-сенсор, то есть датчик удара, выбираете чувствительность его. Включение-выключение дисплея при работе видеорегистратора, система ADAS, включение-выключение Wi-Fi, функции форматирования, сброс настроек до заводских, настройка даты и времени, настройка часов, или не настройка, а отображение времени на дисплее, запись звука, включение-выключение звука кнопок, информация о карте памяти и информация о прошивке данного видеорегистратора. При покупке на данный видеорегистратор обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.